Ну что, у нас с вами по нулям. На чем начнем? А начнем мы с рандомной техники. Давай поедем на Леонид. Нет, на 60 ppm. Не особо люблю, конечно, 60 ppm, но была не была. Блять, вот отвлекся. Все, ладно, не будем отвлекаться и играть усилий. Как вообще ехал, проехал и напекал. Почему у меня команда вся стоит? Пробрита. Чувак, он сказал, что он в броне не пробрита. Будем пробивать. Понятно. Вот и вся суть нашей любимой игры.
Не знаю, надоело уже. Понимаю, конечно. Меня Сера пробивает, а я ее нет. Я ее не пробиваю. Но она там же стоит, походу. Либо катки, либо непробитие. Ловит. Еще ты куда я, мы больше не будем туда бландить. Да, она стоит там же. Может выключить камули? Я же сказал. Там горит. Пожар потушен. Повреждение бака. Еще 268 будет стоит. Вот сейчас не зашла. Сейчас просто не заходит. Сейчас зашла по центру. Не зашла. У нас света нет. Куда свет делся, я не знаю. Всем привет, я зашел. Нет, все больше не заходит. Вот сейчас зашла. Как бы ответка не прилетела мне. Тоже зашла. Даже интересно потом будет посмотреть, сколько в итоге дамаги я дал. Куда? Так. Далее. Можно, кстати, вот здесь через дальние кустики встать. До сих пор не хочет, да, суваться. Ой, не знаю, бред. Бредовый, что игра. Ну, серьезно, в последнее время стало. Конечно, и 430-й бортами когда выстрелил. Давай, выезжай еще раз, братишка. Чем он больше не хочет? Так вот. И сейчас главное не свечусь. А до этого так сразу, как гирлянда. Он сразу опять сидит тут. Сяду на тяжу, не люблю пустые танки. Хотел просто катнуть на стервочке, называется. Опа, опа. Стерва ст... А, манта встала. Зашла вертуха. Вертуха зашла на мантикору, хорошенькая такая. Стерва так и стоит. Арта. Просто арта кидает по 410. Нет. Арта у нас не влияет, конечно.
Так и блендит ведь, а? На своей поголовой стерве. Я уже все снаряды стрелял, ребят. Это я еще не знаю. Просто даже тупо интерес. Пробил я что-то, не пробил. Еще, кстати, даже возможно на победку похоже, да? Сейчас не зашло. Да здрасте. Да уже надоело. Так, Андрюк, подожди, подожди. Как вообще монта могла меня спалить, мне больше интересно. С моей-то маскировкой. Не зашло. Опа. Выцелили все-таки мы с вами ее. И меня тоже выцелило. Но мы все-таки ее выцелили. Подождем. Мне интересно, сколько мы там дамажим. Тут-то мы забрали сами. Вот и все-таки мы наказали, еще и победка в любом случае у нас. Чистый интерес. Ничего не доиграет, нет, мне просто интересно даже. Так, ладно. Мы все-таки посмотрим. 1100 показываем. Живет, да, я так понимаю. На стерве. На стереотип так и живет, которому мы пытались бандить. Сейчас посмотрим. 1100 урон у нас. Мы бублендили, я не знаю, там. В районе, я не знаю. Ну, что, снарядов 20, наверное. Сейчас посмотрим, что в итоге.
Е-309. Мы в итоге 2-6-8. Три раза. Три блайнда в 2-6-8 зашло. Мантикору 2 зашло и убили его блайндом. И... 1200-268. Неплохо пойдет. Не больно хорошо, но и неплохо. Поехали, знаете на чем? На концертчике. Вон надо на стежке пробовать что-то делать. Чисто попробуем откинуть одну пайку дать и свалим отсюда. Ну или нам бабахи откинут и все. Мы свалим в ангар. Все будет зависеть от нашего ЛТ. Угу. Наш ЛТ дурачок, я понял. Пистолетик, братишка. Все стадо поехал туда, и ты туда же. Молодец. Молодец, просто лучший. Да, и он со стадом. Ух ты. Как думаете, залетит? Мне почему-то кажется, что нет. Да ладно, я еще не засветился. Опа. Нам едет товарищ. Давайте все-таки 8-7 попробуем зарядить. Он вроде далеко от нас. Нет, не хочет он попадать. Ну, еще-то одну дадим. Еще-то одну, да? Ладно, еще одну. Так прямо хочется. Чтоб зашло. Нет, без смысла. А, ништяк, да. Вохля, учитывает. Я офигею просто с этой игры. Вохля просто берет и накидывает. Кинул еще раз.
наверное, светильник. Нет смысла вообще играть в это дерьмо. Походу. Давайте этого молодого человека зарядим. Так, что мы имеем? Авентин. Носу. Языка. Вот так вот все. Вот так. Давайте попробуем. Что за рудный барон выпал нам сегодня? Что за рудик нам выпал? Выглядит вроде неплохо, не знаю. Понятно. Выползли нам без бесплатных коробочек. Как бесплатно за серу, которая. Типосы заходят и выходят. Новые типосы. Типчики. 100% типчики.
Сваливать надо, падать быстрее. Успел. Шерфтур что-то быстрее подъехал, чем я, да? У меня вынырнули. Что-то едет. Бля, полкаш поехал. 703 поехал. А здесь много типчиков. Типчик хочу. Понятно. Тут я не поиграю на этом родном бароне новом. Карта максимально скильная. Просто. На вертуху залетела. Типчики заходят, выходят. Молодцы, типчики, конечно, вы. Ну, танк себе пока что-то такой себе, если честно. У меня, во-первых, экипаж печальный такой. Посмотрим сейчас, что он из себя может представлять. Надо ждать. Просто ждать, когда кто-нибудь продает, потому что... Вертуха не получит. А, вот я про что и говорил. Потому что подъедут тут такие всякие типосы. Что и вот там вот пилот. И тут непонятно, с какой стороны даже нам еще сыграть. Команда, как всегда, уже начинает на подсос. Все понятно. Это пока такое себе. Выпал мне этот танк сегодня, повторюсь, бесплатно, как за серую коробу, без донатов всяких. Что-то как-то он печальный какой-то. Вы просто видите, что это точность у него. Он просто желает оставлять лучшего. Ладно. На верочку он может стрелять. Альфа слабоват. Однако альфа слабоват. Для девятки вообще все плохо. Я вообще бы сказал, что мне в принципе тут уже плохо оставаться на этой. Если повезет, как-то без спайки уехать вот сюда. Ай, не повезло. Ой. Получу, да, сейчас? Походу, сейчас получу. Где же этот пилотик? Наш пилотик. Пилотаж наш. Наш сладкий мальчик. Вот хотела сразу туда ехать. А карту перелопатили, да, немножко, я понимаю, что у меня отсюда прострелы есть. Ага, у меня тоже теперь прострелы есть. Все равно мне хана. Быстро закончить этот бред.
как-то все печальновато, что ли. Давай на Бориске. Поехали на Бориске. Просто надо что-то с этим делать. Танков много, поиграть, если честно, не на чем. Ну, просто тупо неохота. Попробуем на Борис. Кинул сразу же в говно. Просто в говнище. Понимаю, почему так кидает. Севера меняешь, все делаешь. Да надо вкачать, да, но просто мне сегодня вон с бесплатных коробок за лямку 10 штук купил, выпал рудный барон и випера через коробку. Вообще шикарно. А бои просто не идут, я не знаю. Просто не идут. Снаряды летят хер знает куда, сейчас сам все увидишь. Полностью сведешься и прочее. Да, открываем, мне вот вообще фартануло. Но, если честно, вот я сейчас катал на этом выгодном бароне. Чё-то такое дерьмо, если честно. Давай отпишешься. Ну. Второй, как всегда, у Бориски. Небеса. Вылетел. О, тут микропрострел, что ли? А, нет, показалось. Нет там микропрострела. Мне еще с десятками, только сейчас понял. За что на Борейске, ничего себе. О, пожалуйста, пришел рудный барон. Поражение. Ух ты. Смотрите, какие товарищи стоят. Мимо. Забрали. Ага, я спалился, да? Бля. О-хо-хо-хо-хо. Сейчас будут по мне сюда накидывать. А, так обычно нет. Ну что, там выпало тебе что-нибудь? 75-ка появится. Я навряд ли пропаду. Не пробил. Ну, конечно. Зачем? Зачем пробивать? Трупик оттолкали, видели, да? Борща толкает труп. Я сразу засветился. Кто там с ним стоял? Леший? Сейчас попробуем пробландить. Вдруг фартанет. Сюда. Ай, ты. Правее стоял он. А, блин, мне хана. Мне хана. Никто не прикроет, да? Алло, ПТшки, вы для чего стоите там вообще? Вот для чего там ПТ наши стоят, я не понимаю. Почему он просто подъезжает и мне накидывает, я не понимаю. Спокойно причем. Для чего они стоят, вот эти вот гаврики? Куда вы смотрите?
Идиоты, а? Вот как еще назвать? Алло, Алёша, пушки свои разверните. Идиот. Они даже сюда не смотрят, вы понимаете это, нет? О, додумались, вау. Только поздно уже. Молодцы какие. Как тут не гореть? Прикольно, поднимаем все 10. 4 боя, 1 победа. Шикарный результат. Шикарнейший. Поехали на ВКшке попробуем что-нибудь сделать. Я не хочу. Надоело она мне. Давай на юге. Может, на нем фартанет. Маловероятно, конечно, но вдруг. Карта, конечно, тоже тупорылая. Попробуем на местной имбе. Розовый фламинго, ебаный. Серег, ты на стриме сейчас? Ой-ой-ой. Борта загнул. Нет, башня. Слушай, ну, как повезет, видать, да, потому что мне вот фартануло. Я сам удивился. Обычно такого фарта нет. Вот, видишь? Сейчас бою на близке не летел. Вот сейчас что за тычка залетела, я не понимаю. Она вообще не должна была залететь. Этого невозможно. Ух ты. Опасно было, бабаха стреляла. Сейчас уже не долетает. Итак, урона. Ну сейчас посмотрим. Мне как БК взорвут. У Йохи, кстати, очень часто БК взрывается. Видишь, снаряд не долетел. Там прям пиксели. Он сейчас залетел. Залетает. На меня смотрит. О! ХДшечка ушел, да? На. Товарищ наш. Ай-яй-яй-яй. Ай, испугано было. Вот так вот. Поднялся парнишка.
Вы видели, да, как вазончик поднялся? Сразу же отлетел. Я гаси, пока ты такого, я бы с удовольствием, так ХП не хочу терять. Надо на Верочку сыграть здесь. Вот так вот. Ну, отлично. Он мне не нравился. Ай! Ну что-то попал. Что-то попал в итоге. 75-й теперь будет подсвечивать нас, это плохо. О! Яга подъехала. А куда снаряд делся? Вот скажите мне вот сейчас, куда мог деться снаряд? Вот часто, ну вот часто куда он делся. Тут ладно, тут я зафейлил шестычку. А, 75-й. О-о-о-о-о-о. Хэви дал и конь. Блин, то, что 705-й. Не пробью я такого. От 705-го бы не было, мы бы сейчас бы ягу так. Вкусно бы. Меня, да, хочет? На. Ух ты, дура. Дура. Дуру убирать надо. Крит, крит. Ай, опасно делаю. Внутри 200 есть, типа так просто, да? А чё, у меня тут труп? Сзади меня. Ну и 4, ну братик, ну что ты делаешь? Братик, ну ты меня, блин... Ты мне так помешал сейчас, это вообще ужас. Ты заколебал, а? Ещё это однокнопочное. Ну вот чё, зачем он встал на мою позицию? Я там накидывал, откидывал. Я бы в жопу хотел заехать. Говнище там. Ну ты чё? Ладно. Тут сейчас арта. Просто арта взяла, блядь, и накидываю заебись. Всё, хп чисто арта мне раскидала. Там под СТ я подставлюсь, тут под артой. Есть варик сюда переехать. Тебе значит нифига не выпало, да? Тарта. Где-то вон там стоит. Ах, ты вон вообще где, ну смотри-ка. Вот ее нужно убрать, и мы тогда можем спокойно поиграть. Сейчас Ваченский. Вот, братик. Ну, а мне сразу связь до него понять. Так, минус одна коричневая. Вторая коричневая с той стороны. Смело поехали туда. Возвращаемся на позицию свою. Мы стояли. Хотя тут он прорыв начался. Надо занимать балкон. 87, чтобы не дал заехать Сусорику и Вазику в жопу. Они бабаху нашу быстро отымеют. Что бабаху, что рту. Через дальника поедем. Ладно, кинем.
Вы Фортнер, как сейчас астеры. Тринадцать снарядов осталось. Так, ну, по сути, ты 5 секунд КД, я сам как СТ. Ну, единственное, видишь, мне арта накидала. Мне эти фугасами, кони всякие. О, бабаха сделала красиво. Теперь можно вообще спокойно. Так, там базик, да? Она 10 секунд, ну на пофиг, поехали. Да ладно. Гусеница сбита. Движение невозможно. Двигатель поврежден. Максимальная скорость. Ай. Пофиг, я просто уже устал стоять, терпеть любой. Должны выиграть. Поехали лучше на чем-то другом. На чем сыграть лучше, Серега, скажи мне, потому что я максимально не знаю. Танка до хрена, а сыграть не знаю на чем. Ну, тут на Йохе должны мы победить. Я не думаю, что они проиграют. Только да, без всяких оруженосцев и вафлей, мне неохота на них играть. А, ты чё, я чё, не открыл. Всё ещё в разработке. 780, ну давай, у меня там вроде... Одну отметочку уже есть, а на вторую сколько у меня? Семьдесят семь процентов. 3-4 среднего. 77%. Так, ну это мне надо сейчас минимум 4-5к давать. Блин, он горит как этот. Карта максимально дерьмовая. Что ж мне так везет все? Танк вообще сам по себе, я давно его себе хотел. Мне очень нравится. У меня еще есть аккаунт, на котором всего 10 боев, там 780 КПЗ. И больше танков нет. Чисто давным-давно создавал аккаунт, когда голду давали неплохую. На него купил коробку, у меня выпал 780 и ПЗшник. Ну что за алкаши, а? Перекат поедет, интересно. Угу, поехал, вон где только. Еще поедет кто-нибудь? Не пробитие, отлично. Дай прога не отъехать. Рога, ее парасоте. Ну не вкатывают все. Вот так вот. Вот так вот же. Глупыш. Что думаешь, на ВК не играли? Мы не знаем, что такое ВК. А, вот это вот я не понял, сейчас как было. Ну ладно, по моим каткам 1200 дали. Ассист хороший. А это что за? Звонки критов. Второй снаряд.
знаю. Его мы не вывезем. От борта мы его не трахнем. Он стрелял меня, видели? Ноготки поставить надо. А пацаны пускай его долбят. Вот. Напрягайте, напрягайте его. Чтоб он не офигевал. А я? Тогда. Понаклею. До вот такой степени. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ребят, наглядь. Больше наглости, все будет хорошо у вас. Вон ВКшка стоит. Думаю, что она мега супер непробиваемая. Поляк от борта играет. Ай, ой. Ладно. Ну мы по хп минус 3000. Это очень все плохо. Ну конь, братишка, ну что ты сделал? Меня хочет меня. И вот этого надо типа как-то выкуривать. Отметка была 77%, сейчас посмотрим после боя. Как мы... О, все. Это наш бой. Теперь аккуратно. Так вот, опс. Ну, конь, брат, ну, дай что-нибудь нет сделать тогда, раз сам не делаешь. Снаряд, куда сейчас? Вот куда исчез снаряд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Монта в заднице. Нам либо ехать надо, либо я не знаю, нифиг стоять. Конь, да ты... Надо проехать, он стоит. Надо ехать, конь, да господи, да что ты за... Парень-то такой безмозглый, он в команде. Нужно срочно ехать и убирать вот этих двух типсов. Сейчас попробуем отыгрывать от трупов, я не знаю. Вот так вот. Гриль на горе, вот это плохо. Он мне в жопу начнет накидывать. Гусеница сбита. Движение невозможно. Есть пробитие. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Там еще и захват. Они не додумываются сбить захват, да? Не хватит интеллекта у них. Конечно, всего не хватило интеллекта. Так, захватили базу. А у меня типы простояли очень долго. И мне проехать не дали. Сейчас еще раз бой сыграю на 780. Вот такая вот херта. В танках весь день сегодня. Отметка была 77.50, сейчас посмотрим. Угу. Но в минус не ушли, а не в плюс. Давай еще бой. Что у нас по боям в итоге? О, вот здесь я люблю такие карты.
прикольный так датчик. Чисто даже формами своими. Но вот эти места, конечно. Просто. В них стреляешь, и он там горит. Ну, карта коридорная, но моя, для меня она чисто самая любимая. Хоть ЛТ, хоть СТ, хоть ПТ. Ну, кроме РТ, конечно. Хотя на ЯРТ я делал плохие вещи. Вот здесь, кстати, вот на каком-нибудь Йохе бы сыграть вообще бы шикарно. А у нас, кстати, что там на Йохе, я не помню, поражение ли пришло? Надо посмотреть. Если победка, то надо еще боёк на Йохе тоже катнуть. Зато я на ЛДшечку спрятал и знаю, играй от башки. И от края я представляю все-таки. Вот эту херню сломать надо. Вот это я вовремя, конечно, сломал. Если сейчас мне будут рта закидывать, я вообще офигею. Два из четырех взводных. Вау! Вот это выстрел, конечно, топовый. Кстати, на бляхе можно сыграть. Броня не пробита. Понятно. Поехали. Гараж сейчас обосрет. Вон он как. Ну как? Типсы, ну не стоит, ну типсы, ну. Ну что за мода? Взять и заднюю давать. Что за мода, блядь? Я просто гореть начинаю, я не знаю. Ну этот чувак тоже чисто меня херачит. На Йохе ты издеваешься надо мной или что? Ущербный бой, нахер. Вот тебе любимая карта. Нахер. Бред. Просто бред. Чё у нас, Йоха, победим? Чё, не зависло всё, блин? Давай, давай. Ну давай-ка на 50 будет сыграем. Через СТ. Телега, конечно, на 50 вышка такая, это вообще капец. Прям телега тележная. Концерт встает
Здесь СТ встает здесь. Когда вся команда едет. Тип на СТ встает в задницу. Все меня спалили. Вот если бы я подъехал бы без спали, вообще бы шикарно было. Просто бы так резанько, хоп. А так, ждем. Арту. Наш любимый. Ага. Конечно. В основном. Пробитие. Повреждение боевой укладки. Чуть не взорвалось. Есть пробитие. Есть пробитие. А. Понятно. Все разы пробил, специально пофиг на верочку, прям получил от Яги, зато убрать для команды ее, и у меня снаряд не залетел, последний, понимаю. Шикарно. Я считаю это шикарно. Теперь нужно только если аккуратно играть. Вазик уезжает. О, слушайте, двое тут расстреляли, ребят. Ай, блин, я спугнули все. Ладно. Танк уничтожен. Вообще игра, в принципе, какая-то херово у меня сегодня идет, я не знаю. Я сейчас сажусь на танк, который, мне кажется, я больше сделаю, чем на любом другом. Сейчас на Прохоровку Малиновку заказывали. Ну или такое говно, тоже неплохо. Респта. А, дермично. Понятно. Ну, команда ничего не сможет сделать, походу. Я быстрее этой столета должен доехать, но не факт. А у меня тестолота нет. У меня он не настолько же аккаунт прокачан, у меня всего 1600, что ли, было. Десяток-то много, в районе 30, наверное. Успеть встать, перекатку засветить, и чтобы команда откидала, было бы все шикарно. Но не факт. Ага. Только вот так вот. Ты стрелять сюда же приехал. Ты стрелять ведь никуда больше не мог поехать, только как ко мне. И его-то, конечно же, не откидают. Вот как я им должен засветить остальных, если они не могут вертолёт откидать? Я хрен его знает, что они делают. Под говно тебе. Пацаны накидывают, я накидаю. Достолет уехал, это уже радует. Значит,
чтобы уволившись занять куст. Вон, ребят, грилёк. Никто по нему не стреляет. Ладно, тысяча приехала. Тысяча прилипла. Тут плохо, башня вообще не крутится у него, не поднимается точнее. Я готов дальше и двигаться. Все зависит от моих типов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, вы видите, да, какой ТВПшка? Снайпер. На ТВП просто снайпер играет. Не знаю. Сейчас сыграем. Обед нет. Снаряды летят, как хер знает что. Ну, тут бэшки, победка. Что, на чем сыграть? Давай на оруженосце, короче. Че прям на оруженосце? Если на нем сейчас тоже слив, то... Сейчас попробуем. Ну слушай, карта мне нравится. Я на вафле играю, как это на тяже. Вау. Да понимаю, конечно. Ну ты понимаешь, что если какой-то типчик на меня вылетит, он обосрется. Ну, если, конечно, это будет какая-нибудь ТМПшка, Минотавр. Сейчас попробуем. По сути, пока что вроде выглядит как бой на 1005. А, ну уже плохо. Уже Йоха. Сразу. Йоха. Сразу же меня. Но мы с вами тоже. Да, бля. Пробитие. Не пробил. Ты видел, да? Ты это видел? Просто горит зеленым, снаряд просто еще не попадает. А у чувак он просто с вертухи кидает. А я еще на КД. Ну, конечно, бой не на 5000 уже. Дай бог хотя бы еще 1000 дать. Куда назад-то, чувак? Куда назад-то? Там либо там чувак, либо там чувак. Куда назад-то? Друг ты мой любезный. Скажи мне. Нахер.
Все, поиграл. Бред, тупорылый. Тупорылый бред просто. Я сейчас сяду на это говно. Просто буду мстить всем этим чмошникам. Побед вообще не дает играть. Слита просто с 59 до 56 статка. Вот если бы я пробил пэша, базик бы не поехал его туда мочить, мочил бы дальше тех. Маус бы не поехал, он бы очканул, потому что пэша бы минус был. Мы бы просто взяли и расхерачили. Нахер. Ты сейчас все помнишь. Там йога, вот сейчас там йога, капец сколько надамажил, наверное, это просто пиздец. У вас новый подписчик. То есть подписчик, ну плохо. Но, с другой стороны, все плохо. YouTube просто максимально что-то откручивает и не дает просмотра моим видео и трансляциям. Поначалу давал, сейчас просто начал откручивать. Смотри, 32-ка была, смотри. Смотри, видишь? Поторопился. Надо вообще ББшку, наверное, зарядить. Хотя... Я на арте очень давно не играл, но сейчас сделаем красиво, я думаю. Наш 21-й чистый зашел. Подсвети нам, брат. На роге подсвети. Хорош. Подсвети еще. Ну блин, ну куда ты поехал, друг? А что за задача стоит? Этому что, можно что-то сделать? Этого никогда не прокинуть. Этого, друг, товарища. Максимальный урон, конечно. Сейчас коня тут два ствола, три ствола. Шверта помогает. Он и так бедный против троих. Давай, свети, брат. Ну, Хэвик, ну куда ты? Я потом не пострелю, блядь. Ой, ну Хэвик. Да, Юх, молодец. Хэвик тоже молодец. Взял тычки, мне зафейлил. Что-то. Садишься на арту, вроде победа, но урона нифига ты на аккаунт себе не приносишь. Ну, ВЗ-шку он 2-6-0 хоть выполнен, наверное. Смотри, наверное, ай, остановился, а?
Так уверенно, братишка, я говорю всего. Вот это сладкий мальчик у нас. Только не давайте ему дальше ехать. Вот. Минус ноль. Взять бы, конечно, больше урона. Сколько есть? Там где-то еще. Лаву поправить надо. Все, наконец-то. Там вот бабаха светилась шикарненько. Вот здесь. И подъехать немножко. Что я так долго летел? Вот она, наша сладость. Почему не прокинем типа в нее даже? Мы типа не прокинем нашу сладость? Хочу я ее. Эту арту. Короче, бесполезно я там что-то смотреть на ней. Кинем сюда. Зайдет? Зашла. Нет. Хотя сейчас доиграем, больше не поеду на арте. Скучно на арте играть. Очень скучно. Ну, что-то хотя бы прилетело. Я больше не поеду. Хотя победа. Я 261 дал. 59. Блин, ну у меня на E5, если только или в Азии какой-нибудь. На E5 две отметки. На E5 две отметки 62%. 9700 рекорд. 91%, 91, 92. Ну что-то не хочется на стриме. Меня твари, меня тоже две. Да, танчик новый, кстати, вышел. Тоже мне достался. Можно на нем катнуть. Дай-ка на нем попробуем. 14 тысяч бонусов. Е5. Какой? У меня УАЗик есть. В этот 101 Е5. На нем две отметки и 92%. И вот Т110 Е5 там тоже. 90. Ну, сейчас показываю особо. Минотвары тоже. Ой, две отметки. Thank you.
давно не играли на этой карте, конечно, дамы. Типа того. Не знаю. Один бой только на него пока скатал. Вен у него вроде хороший вот. Вон, довольно хороший. Но я не знаю. У него сосок этот на башке. Пробивается все у него, так что от башки ты поиграешь. Есть тема такая, что вроде вот все едут там, можно погулять, хорошо постоять, но не знаю. Сейчас посмотрим. Броню не пробили, видишь? Ну там же стоит. Последняя тычка не долетела. Один раз походу пробила все-таки его. Будет выезжать, что ли? Сфитоните его за рентген, тебе, ё-моё, это 44-ка, чё как это? Типа барабан. Видишь? Сейчас две тычки дал. Сейчас Типсон еще раз выйдет, если еще дам две. На КД пойду. Спокойной душой. Либо даже не буду. Только хотел сказать, либо не буду ждать, он, наверное, там же стоит. Один, четыре. Господи, вот. Они все одеваются. И он поехал, когда я отстрелялся. Не понимаю, как это вообще, каким мозгом они играют. Воспалился. Ну ты вот сейчас вот видел это, да? Ты 44-ку, я не пробиваю голдой на 9-м левеле. Второй снаряд. Не знаю, куда даже улетел. Я даже вот, если честно, не знаю, что мне делать сейчас. Есть пробитие. Есть пробитие. Ладно, две медали.
Просто кинем, наверное. Чем на перезарядку идти. Вдруг повезло. А почему у нас елку вообще вон там вот делают только ПЗ? Что он там вообще делает? ХВК стоит у нас. Вот, ну вот, что за команда? Почему у нас ЛТ стоит вот здесь? Или захваты, ладно. Карика я могу пострелять еще, в принципе. Все. А я КД. Мне ничего не сделать. Там елка в жопу накидает. Еще лучше на сушку заехал. Опять слив очередной. А помощи от команды нет. Танк уничтожен. 3К дал. Но я еще блендер. Мне кажется, блендер зашли. Надеюсь на 4000. И на победку, конечно. Хотя навряд ли. Мне команда ездит как боссы мы. Да ну фиг знает. Давай. Попробуем. Слушай, я онлайн какой хороший на 6-м сервере 411 в очереди. Всего 168 тысяч. Онлайн хороший. Пушка. Я советую всем ее качать. Быстрый. Пушка стабилизация вообще охеренская. Альфа охеренская, пробитие охеренское. Единственный, мне кажется, минус это то, что ты можешь на камушке подлететь, как можете поставить мой шорс. И разбиться. Ну и брони со мной с собой нет. Ну еще видишь, команда опять раскатка какая, ёб твою мать. Не понимаю. Ну, как играть? Ну, у меня хотя бы минус. Ладно. Буду, значит, еще на колте. И подсвечивать, и накидывать. Постараюсь. Бабахи. Может, она кому что даст. Паечку. О-о-о. И чувак не разбивается просто. Чувак каким-то макаром еще и не разбился. Арта. Там
Вот тебе вот такой концепт. Танки не поехали, раскатки никакой. И меня вот так вот просто шлепают. Не стоит, а нужно в первую очередь. Просто он сейчас он самый топовый в игре, мне кажется. Нахер поеду на ВКшечке свои любимые. Короче, стрим, да, первое поражение. Как поражение, так заканчивает. Все, хорош. Потому что бред полнейший. В игре начинается. Плюс надо шорты подготовить. Нарезочки сделать. Не будешь, танк имба. Просто имба. Когда у меня так появился, я на нем делал средуху 4-5к. Потом просто начались какие-то открутки непонятно, но со временем все равно. Бой начинается. Так, это надо подождать. Ну что за алкаши, ну господи. Ай, карта, конечно, блядь. Перепильно. Вверх-вниз. Вниз-вверх. Вниз, ладно. Фига там рога лопнула. Пистолет, ты там не разбейся, брат. По-моему, да, я стану, а? Заколебал ты. У меня обзор хороший здесь. Ну, я свечу вам его, так давайте бабахи-то. Понятно, больше никто не хочет побахивать. Ну, это мое. Я говорю, танк. Этот, еще как алты. Фартануло, хотел арту забрать. Ладно. Не попал. Если повезет. Торта там стоит. Броня не побита. И рога заезжает. Вот это, конечно, очко. Дадим роге. Бабаху все равно еще КД. По-любому там же стоит. Нет, не повезло. Ладно, пофиг, поехали дальше. Через горы сыграем. Кому там могут все стрелять? Тоже хочу пострелять. Ладно. У меня так не проканало. Поедем, значит, здесь. Ух ты. Сладость стоит, ребят. Просто чувак останавливается. Да.
Ты просто видел, как сейчас у меня две победы подряд там он вылез. Ты видел, как я стрелял? Бабах просто ехала, ехала, я стреляю наперед, потому что здесь снаряд очень медленно летит. И она останавливается. Вот это приколюхи, конечно. Вот так вот тебе, братишка. Ты особо не расслаблялся. Можно понаглеть, пофиг, КП позволяет. Ну и официально заявляю, это мой самый любимый танк. Вертуха. Ай, минотварь. Минотварь на меня смотрит. Я думаю, еще боёк на нем надо сыграть. Очень. Но если на картах типа как Химмельсдорф или где-то, где маленькая карта и ездить мало, то монастырь, например, кстати. Монастырь на ВКшке вообще обожаю просто. Победа, победа, победа. А я еще не выполнял на него задачу. Ну-ка, мне интересно, что у нас на L7. Сколько в итоге? На вот этой твоей вкусной ПТшке барабанной. Показывала, когда заканчивал бой 3000, но я бландил. 4. Я все-таки Малехи набландил. 4000. 4К. Бланды зашли, значит. Погнали еще раз на ВКшечке. Че у нас за сегодня? 15 боев. По-любому надо делать. 16 боев, 8 побед. 50% хотя бы. Ущербная карта. Левый крауч тем более. Я бы вниз упал, если помогут. Туда надо было это место прикрывало, чтобы. Ну что, эти животные поедут все. Ай, хотя картошку красиво кинуть. Конечно, за сегодня сразу же, конечно. Конечно. Мы сразу же засветим. Конечно. И все, и мне прикроет за свет. Я говорю, это танк прикольный тем, что он как светляк еще. Суть в том, что я вообще в принципе попал. Пофиг, что броня не пробита. Суть в том, что я вообще попал. Арта меня тоже любит. Просто на перекатке потерял я. Хрена.
Давай, давай, да я сейчас тоже до слива, я так понимаю, вот это будет слив. Две сотки. Отлично. Без сведения дали. Еще Есть дали. пробитие. Еще дали. Триплекс восстановлен, обзор нормальный. Броня не пробита. Ой-ой-ой-ой-ой. Ошибка, ошибка, ошибка. Гусеница сбита, движение невозможно. Гусеница восстановлена, можно ехать. На верочку. Даем на верочку. Есть пробитие. Отлично. А, пробил все-таки, говнюк. Мы заберем его. Ладно, не мы. Плохо то, что вот он пробил под конец. Ну, с хпшечки потерял. Повестка. Слушай, неплохо. Один на ВКшечке против исотиков наказали. Еще. Еще поднимем.
начинается. Сейчас, ребят, пробуйте на ПП. Невозможно. Есть пробитие. Можно ехать. Пробил, я его пробил. Повезло. Еще инфа прошла хорошая. Еще раз повезло. Все? На этом все? Повреждение гусеницы. Штанкового отделения. Есть пробитие. Открывай гусеницу. Движение невозможно. Повреждение гусеницы. Штанкового отделения. Ты ВПшка? Я вижу, что ты, да? Можно ехать. Спасибо тебе большое. У меня так шло. Прикрыл, дал, мог больше. Спасибо тебе большое, что ты стоял. Прикрыл меня своей задницей. Thank you.
уж не знал, куда подъехать, решил сюда выстать. Опа. Лёва там же, да? Решил встать. Господи, команда, очнитесь. Есть пробитие. Команда, очнись. Ладно, зря 2 минуты они сами поедут, потому что это бесполезно. Они просто карту терпильно вот эту тупая. И они не едут, и наши стоят как идиоты. Вот тоже будут стоять, смысла нет. Отдаваться ехать. Это бред. Будем стоять, значит тоже ждать их. Есть пробитие.
Так. Раскопка, конечно, такая себе. Вот такая карта. Что за алкаши? Дай проехать. Вообще не знаю, хочу себе чифа. Либо 907-го. Скорее бы уже был ивент, а он здесь 907-го, как и раньше был. Прямо хочется его. Без спички, да, без кармана. Нет, не успею. Гусеница сбита, движение невозможно, можно ехать. Вау. 268, 50 Б. Просто тык-тык-тык, всех накидаем. Круга проехал, ну, накидаем. Не знаю, весит уже, если честно, такая тема. Как тут карта максимально неудобно. С той стороны у них главное все спокойно, прострелы. У них все спокойно, все четко сделано. С нашей стороны ни хрена. Да здравствуй. О, что мне под жопу дать. Чувак. Броня не пробита. Поторопился я. Там вау. Да, горит зеленый. Броня не пробита. Что за приколы? Это бредовая вообще сегодня время игра. Просто хоть что-то сделать, хоть обосрись. Если игра захочет, чтобы ты не попадал, ты не будешь попадать. Вот что-то где-то сделаем. Вот если я вот полгода служу сюда. Не пробил. Не смысл против продолжать даже объяснять. Ну вот куда мне поехать? Там уничтожен.
что, блядь. Рубин, пора заканчивать на этом. Потому что это бред. Это не... Ну, нереально играть. Ну, давай поугараем туда уж. Вот пошла на то. Ну, конечно. Ну, давайте 10 миллионов, давайте. Как иначе-то? Куда ж без десятых левелов? Мы же нагнёт. Да, все на сразу. Он что, шьется, как я не знаю, дырка, бедро, по-моему. Вообще не понимаю. Блять. Ну конечно, танк не может сломать какой-то сарай. Конечно. Что не понял, что огнемет такой нерфил или что? Ну-ка. Схерали, я не понял. Сколько перезарядка была, ну-ка. Сейчас это вышло. Чего трава не горит, скажите? Ужас или остался? Ладно, больше нет. Че, пойдем поджигать? Санчик. До 77 поля. Я держу в курсе, пацаны. Всем насрать, да, на него? Это что за джигит? Это что за джигит? Что за джигит-то? Попадание. Что за джигиты? Мега урон еще просто. Еще мы подожжем. Мега урон даем. Ничего себе. Вот это я кранчика поджег, конечно. Мужичок у нас. Пока были по ветке. А нет, все, вот ВКшка слит. Цель захвачена. Танк горит, пожар потушен. У меня тут только жоп. Есть отставить, танк уничтожен. Все. Видать, закончились. Победа. Только.
19 боев. Симпелю дряфтовый. Ладно, давайте закончим.